Друзья, всем привет! С вами Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Друзья, сегодня очень хороший повод, и я вам рекомендую досмотреть это видео до конца. Сегодня у нас будет розыгрыш. Я буду разыгрывать сортовую иву Маяк 2 в саженцах и дарить вам подарки. Настроение у меня хорошее, поэтому решила провести для вас розыгрыш. Хотела поблагодарить сразу всех вас. Спасибо вам огромное за доверие, за то, что вы доверяете мне выбор сортовой ивушки для вашей посадки. Я всем в этом году дарю подарки, всем, кто делает у меня заказы. И сегодня не исключение. Немного расскажу вам про сорт Маяк 2, а потом уже о подробностях конкурса. Сорт Маяк 2. Это очень тонкий, длинный, ровный прутик. Вот посмотрите, этот сорт, он был выведен селекционером Шабуровым для мелкого корзиночного плетения. Сорт этот, Маяк 2, он высокоурожайный. Можно подойти поближе, посмотреть, какие мощные розетки. Это трехлетняя розетка, трехлетняя корневая система, но прутик, вот это количество прутьев, это прирост 1 года, то есть с весны до осени у нас вырос вот этот мощный урожай, прут 1,5–2 метра. Если ориентироваться по высоте забора, забор 2-метровый. И вот некоторые прутья достигают 2 метров, а так в основном прутик 1,5 метра. Сорт для мелкого корзиночного плетения. Опять же повторюсь, он супер гибкий. Вот. На поворотах, на загибках, косичках очень хорош. Также рекомендую его для плетения донышек, для плетения ажурных фруктовниц, хлебниц. В общем, идеальный сорт для любого мастера, который занимается плетением из ивовой лозы. Классный сорт. Что еще можно про него добавить? То, что этот сорт за сезон выдает огромное количество прутьев, и из-под земли идет прирост прутьев, не от верхних почек, а прямо из-под земли. И вот эта розетка, она расширяется. Сорт любит много солнца, поэтому подарки, которые вы от меня получите, вы их сажайте на хорошо освещенном месте. И, конечно, этот сорт любит полив, как и любое растение. Инструкцию, как сажать, как ухаживать, я предоставляю каждому. И тем, кто победит в этом конкурсе, тоже будет инструкция предоставлена, видеоинструкция. Сейчас уже немножко, да, вы заждались, поэтому хочу вам показать. В этом году у меня в продаже в нашем питомнике Тверская Ива были саженцы сортовой ивы Маяк 2 в маленьких и в больших горшочках. Вы все прекрасно видели мои объявления, поэтому это все знаете. А сегодня я вам хочу показать средние горшочки с саженцами. В наличии их не так много, но я решила сделать конкурс и подарить вам вот эти горшочки. Подарить вам, дорогие мои подписчики, спасибо, что вы со мной. И теперь о подробностях. Сегодня я запускаю этот конкурс. Это видео будет опубликовано в нескольких моих группах, но сам конкурс будет проходить в моей самой первой группе лозоплетения. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Ну, во-первых, конечно, нужно быть подписчиком моей группы. Дальше необходимо поставить значок сердечко и поделиться этой записью, этой информацией со своими друзьями, то есть запись должна быть закреплена у вас на стене в тройке первых. Это самое главное, основное, то, что нужно выполнить. Далее, друзья, вам необходимо под этим постом
внизу прямо оставить любой комментарий и написать, откуда вы меня узнали, как мы с вами познакомились, или почему вы в этой группе, что вам интересно конкретно вот в этой группе. Друзья, самым интересным комментарием я подарю дополнительные подарки, которые не входят в призовой фонд этого конкурса. Поэтому чем интереснее вы напишите про себя в комментариях под этим видео, именно под постом, тем больше вероятность, что я вас выберу и подарю вам дополнительные подарки. Будет несколько человек, которым я именно подарю подарки. Это тоже будут саженцы дополнительно. А по репостам и по тому, как вы рассказали своим друзьям обо мне, я уже буду дарить вот эти горшочки. Значит, смотрите, друзья, у меня в наличии на данный момент осталось 7 вот таких средних горшочков. Я могу выбрать 7 победителей, а могу выбрать 3 победителя. Первому победителю я дарю 3 горшочка, второму победителю 2 горшочка и третьему победителю еще 2 горшочка. Итого 7 горшочков. Это, друзья, тоже можно указать в комментариях, можно не указать. Но я решу это поближе к пятнице, потому что розыгрыш будет 19 ноября в пятницу. Мы выберем победителей. С вами обязательно я свяжусь. Если у вас будет закрытая страничка, к сожалению, связаться не смогу. Вы будете связываться со мной сами тогда. Отправка подарков из основного, да, призового фонда и подарков по моей личной инициативе, по вашим комментариям, которые я выберу, которые мне больше понравятся. Как интересно вы рассказали о себе, о нашей встрече, о нашем знакомстве. Отправка будет в воскресенье, 21 ноября. Отправка будет транспортной компанией СДЭК, друзья. Именно этой компании, транспортной СДЭК, вы получите свои посылки. И единственный момент, я, друзья, дарю вам именно горшочки. А стоимость доставки вы будете оплачивать сами при получении. Если вас это условие устраивает, тогда принимайте смело участие в розыгрыше и ждите результатов в пятницу 19 ноября. А я, Катерина Бочкарева, я желаю вам всем удачи. Это во-первых. Во-вторых, еще раз благодарю вас за то, что вы со мной. Задавайте ваши вопросы. Я всегда на связи по моему рабочему телефону. Его вы сейчас на экране видите. Задавайте вопросы. Всем пока. Друзья, еще раз повторю. Конкурс проходит в моей главной группе ВКонтакте. Лозоплетение. Плетение из лозы. Тверская ива. Именно здесь, друзья, вы принимаете участие в конкурсе, выполняйте все требования и ждите результатов в пятницу, в эту пятницу, друзья, 19 ноября. Утром я разыграю конкурс, и мы увидим, кто же будет победителем такого шикарного подарка. Очень качественный, очень классный сорт для мастеров, для любителей плетения из ивовой лозы. А я, друзья, всем желаю отличной погоды, хорошего настроения и всего самого доброго. С вами была Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская ива. Всем пока!